Привет, друзья! Сегодняшний обзор смартфона Meizu X, Meizu 3X и куча других названий, о которых вы можете узнать под данным видео в более подробном описании. Итак, поговорим об этом девайсе, с которым я проходил ровно две недели, и это не похоже на меня, потому что, как правило, пользуюсь смартфонами я обозреваемыми неделю не более, но в этот раз так как нет глобальной прошивки на этот смартфон и продавец установил какой-то кастом я решил его очень-очень тщательно испытать и проверить, можно ли им пользоваться стабильно на протяжении продолжительного времени. Я считаю, две недели активного использования могут дать ответ на этот вопрос. Очень просто понять, хороший у вас смартфон или нет, ребят. Если Нилкин выпускает чехлы под ваш смартфон, значит у вас годный девайс. Если Нилкин не выпускает, значит нужно задуматься, тот ли смартфон вы приобрели. Я как-то прям полюбил вот эти вот чехлы от Nilkin, потому что они, во-первых, очень четко сидят на, на аппаратах, а во-вторых, продуманы в мелочах. Видите, здесь есть такая вот а, текстурированная поверхность, ребристая. А, очень удобно держать, и аппарат в руке не скользит. Ну, шикарно просто очень удобно. И вот в плане эргономики использования, ребят, смартфон очень легкий, очень удобный. Несмотря на то, на то что 5,5 дюймов диагональ, пользоваться им было вот в эти дни очень-очень удобно мне. В принципе, по эргономике, по внешнему виду он сразу привлекает внимание. Он очень красивый, необычный. Мне смартфон в этом плане очень сильно понравился. По звуку здесь тоже все хорошо. Вот такие вот Bluetooth наушники и обычные проводные наушники. Снизу находится разъем. Мне не очень это понравилось. Многим нравится, кто в кармане носит смартфоны и слушает музыку. Но я, у меня режим использования смартфонов немножко другой. Я смотрю вот так вот фильмы, различные ролики и так далее. И поэтому мне неудобно, когда разъем находится здесь. То есть вот так вот, вы понимаете, провод. И некомфортно, в общем, использовать. По звуку запас громкости очень хороший, басы, намеки на басы присутствуют. Внешний динамик, вот главная его особенность, очень атмосферный звук. Может быть басов не хватает, но звук получается очень приятно атмосферный. Это, знаете, это прерогатива все-таки более дорогих устройств, не бюджетных. И после китайских бюджетников просто ласкает слух. В номера набирателя нет русских букв. И что мне не понравилось, видите, здесь... 7172 никак не обозначены, то есть если вы не помните, какой оператор у вас назначен на ту или иную симку, будут проблемы. В плане того, что будете не знать, с какой симки звонить, например, у меня безлимит на первой, и первое время я путал, нажимал на второй, потому что у меня есть второй телефон, и вот такие вот моменты немножко смущают. Мало того, есть такой момент, когда вы осуществили звонок, остается номер. И когда повторно вы нажимаете на вот этот вот номер, он будет осуществлять вызов с той сим-карты, с которой вы звонили до этого. Для того чтобы перейти в выбор сим-карт, нужно малозаметную такую стрелочку нажать. Вот такой вот нюанс есть. По телефонной части никаких претензий к аппарату нет поддерживаемые частоты WCDMA 850, 900, 1900 и 2000 частота. Бенды 1, 3, 7, но, к сожалению, 20 бенд данный смартфон не поддерживает. Очень удобная вещь заключается в том, во многих китайских смартфонах, к сожалению, это недоступно. Как видите, на разные сим-карты можно назначить свой рингтон, и вот эти вот настройки находятся в разделе «Звуки и вибрация». Также интересный момент, который меня порадовал. Очень легко смартфон подключается в режиме MTP к персональному компьютеру, то есть как переносной носитель его можно подключить, переносить файлы и тому подобное. В настройках экрана это уже стандартная функция, есть возможность изменить цветовую температуру. По экрану вопросов нет, экран шикарный, углы обзора близки к максимальным и вы знаете, даже на, при экстремальных углах не выцветает ОГС без воздушной прослойки экран данного девайса. Также имеется iFriendly Mode, то есть режим защиты глаз. Цветовая температура в этом плане, в этом случае, если эту функцию включить, она становится такая более, более теплая тона. Есть легкий режим, когда иконки становятся вот такими вот большими для людей, либо пожилых, либо с проблемами со зрением. Есть возможность изменения тем оформления. Есть локальные альбомы и есть онлайн альбомы. То есть, если вы подключены к сети, вы можете скачать те или иные темы оформления. Также в смартфоне можно настроить режим гостя. Очень много интересного, ребят, есть в разделе специальные возможности. Я специально демонстрирую настройки смартфона. Все-таки это не глобальная прошивка, это какой-то кастом, который накатил продавец. И он стабильный, и можно пользоваться. Он вполне пригодный для повседневного использования. Никаких, в общем, серьезных багов, зависаний, чего-то такого подобного здесь не было. Мне все понравилось. Видите, есть детский режим. То есть это все в специальных возможностях. Быстрое пробуждение – это то самое. Разблокировка экрана двойным тапом. По нему, видите, вот здесь это все находится в специальных возможностях. Красный помощник – это что-то для Вичата. То есть, в обычной жизни нам не пригодится, потому что мало кто пользуется из нас, я думаю, Вичатом. Можно настроить те или иные действия двойным тапом, двойным нажатием на кнопку «Домой». Видите, двойным сейчас настроено а двойным нажатием запускается камера смартфона. В общем и целом на 90% все переведено только в специальных возможностях. К сожалению, есть не переведенные места, но если вам нравится ковыряться, можете просто методом тыка изучить все это. Нужно ли вам это, я не знаю. Я думаю, кому нужно, тот разберется. Очень много всяких интересных фишек. Мне понравилось, здесь есть, видите, вот инструменты, такое приложение. Здесь есть зеркало, уровень. Очень удобная штука. Вот так вот это работает. Лупа, децибелы, измерение громкости звука. Не знаю, насколько это все делается правильно. А вот так все это дело выглядит. Ну, то есть, есть возможность поиграться. Есть линейка, для измерения чего-либо и есть компас, то есть, ну, сначала нужно его настроить, но все это дело вот работает, компас работает и одна вещь, которая мне очень понравилась, если вы любите с кем-то спорить, вот вам, пожалуйста, орел и решка, загадайте. Так, сейчас фокусирую, чтобы вы видели здесь, вот видите, здесь с одной стороны 6, с другой мишка. Загадайте, Орел и Решка. Вот такие дела. Из забавных моментов, ребят, несмотря на, на то, что стоит русский язык, локализация стоит русская, регион выбран, выбран Россия, видимо, из-за того, что сим-карты казахстанские, все равно смартфон понимает, что я из Казахстана. И видите, вот когда приходят такие вот комментарии. Кстати, большое спасибо за комментарии под видео. Всегда люблю их получать. Обязательно пишите что вы думаете о том или ином видео, о тех или иных нюансах и так далее. Кто из Казахстана, я, думал, я думаю, поймет, да, что здесь на казахском языке написано, что Сергей Коробейников оставил комментарий. Далее, если говорить о возможностях GPS, здесь все хорошо, как видите, вот и GLONASS, и GPS непосредственно смартфон, работу с вот этими а, спутниковыми системами поддерживает очень быстро. Точность позиционирования в сравнительно высок. Я постоянно пользуюсь 4G и, как видите, вот такие вот результаты в городе демонстрируют. А, скорость приема получения и передачи Wi-Fi на очень хорошем уровне в самой труднодоступной для роутера точки комнаты. И дома непосредственно также 4G. Тоже очень хороший показатель, на мой взгляд. 4G у меня Band 3, частота 1800. 60 с половиной тысяч в Antutu Benchmark. Screen тест давайте глянем. По поводу качества экрана, как я сказал, все хорошо. Никаких битых пикселей обнаружено, обнаружено мною не было. На 10 касаний мультитач. На 10 точек. Мультитач отзывчивые, я думаю, вы понимаете, что с тачем здесь проблем абсолютно никаких нет. Если вы не смотрели распаковку и первое знакомство, там я обо всем этом уже говорил, о технических характеристиках данного аппарата Mediatek Helio P20, MT6757, как вы видите, 3 гигабайта оперативной памяти, 32 гигабайта встроенной памяти памяти Full HD разрешение экрана 16 нанометровый техпроцесс, поэтому с нагревом здесь все хорошо. Смартфон не сильно греется, максимальная частота на ядрах 2340 мегагерц. Далее Mali T880 и, к сожалению, это главная причина, почему этот смартфон не на максимальных настройках работает в требовательных играх типа танков. Сейчас я вам покажу результаты FPS в танках тех же самых. Наш Game Expert уже протестировал это устройство и его вывод такой. На высоких настройках качества все не очень хорошо. Проседание, как видите, FPS до 15. 31 вот в таких сценах батальных там до 10 проседало очень сильно скачет FPS, поэтому скинули настройки на средние. И в этом плане стало более-менее играбельно. 47, 50, 57, как видите. То есть, но все равно, в таких требовательных играх данный видеоускоритель, к сожалению, не может показать себя во всей красе и если вам нужен смартфон для игр то это наверное не ваш вариант касательно датчиков, ребят, здесь есть гироскоп, и он довольно шустренький, то есть и VR-очки, и игры, 3D-игры, где обязательно наличие гироскопа, смартфон потянет. Также есть датчик ориентации, естественно, промиксит сенсор, то есть датчик приближения, который работает на расстоянии 5 см, работает корректно. Очень чувствительный датчик света, light сенсор, есть магнитный датчик, как видите, по датчикам ситуация очень-очень хорошая и, в принципе, ожидаема от смартфона с такими характеристиками и за такую стоимость. Вполне ожидаемо, что FPS на ультравысоких настройках качества в бенчмарке Epic Citadel показал результат 41,9 FPS. И на высоких настройках качества 58 и 3. Это, вы знаете, вот именно этот э, тестер, именно этот бенчмарк Epic Citadel, он показывает, на каких настройках вам лучше всего играть в требовательные игры. Обычные игры смартфон потянет на ура, но требовательные нужно просто сбрасывать э, настройки качества на средние, чтобы играть и чувствовать себя в играх комфортно данные из программы Device Info по системе, по гироскопу, по моделям, датчик света и так далее. И по аудио, если у вас соображения на этот счет по поводу того, есть ли встроен аудиочип или нет, подумайте об этом, напишите в комментариях. По поводу чипа памяти, как видите, здесь от Samsung L LPDDR3, к сожалению. Ну, неплохой, в принципе, по памяти здесь все нормально. Скорость записи и чтения вам сейчас продемонстрирую по тестеру и по камере. IMX 386 ⁇ это основной модуль камеры. И Omnivision ⁇ это модуль фронтальной камеры. И вот подробнее по камерам. Сейчас давайте посмотрим примеры снимков. Итак, ребят, поговорим о том, что меня очень сильно удивило в данном смартфоне, а это время автономной работы. Смартфон 3200 аккумулятор, емкость аккумулятора 3200 миллиампер часов по заверению производителя. Я замерял тестером, к сожалению, мой тестер с этим зарядным устройством что-то не дружит, более 3000 он не показывал, 3020 по моим было подсчетам, но это все ничего не значит, потому что в режиме реального использования, видите, онлайн видео, YouTube, включен Wi-Fi, все сим-карты, нет, сим-карты, по-моему, не были установлены. То есть онлайн проигрыш видео, как видите, вот такие вот результаты. 7 часов 42 минуты. 7 часов 42 минуты для этого устройства. Оно, он тонкий, легкий. 3000 мАч по нынешним временам это уже всего ничего, но тем не менее вот в таком режиме смартфон проработал. Это, на мой взгляд, очень хороший результат, очень достойный. И в моем режиме использования 4G постоянно социальные сети, ВКонтакте, YouTube и все вот такое вот. Вы знаете, каждый вечер где-то в 12 до 12 вечера у меня оставалось еще 15-20% заряда. То есть в плане автономной работы за этот смартфон на этой прошивке можно быть спокойным. Подводя итоги, хочу сказать, что в настоящее время смартфон в зависимости от цветового решения стоит около 210-225 долларов. Плюс-минус, все ссылки будут в описании под данным видео, где покупал я, где купить дешевле, где более актуальные цены и где есть выбор цветов. В общем, ситуация со смартфоном такая. Тема на 4 PDA, вы знаете, она не очень активная. Почему? Потому что нет особых проблем с девайсом. Вы представляете? Нет проблем со смартфоном. Сейчас одна проблема, то что черного цвета практически нет. Его невозможно найти. Но я поищу если я найду ссылки оставлю в описании есть вот такой как у меня синего цвета есть золотой и есть белый белый как-то так золотой тоже не каждый я думаю купит Поэтому, если вы вдруг решите покупать этот девайс, то не ждите сильного снижения цен, потому что смартфон все-таки для китайского рынка был изначально выпущен, и поэтому, как бы, возможно, с производства он уже снят, и сейчас будут продавать остатки, и чем дольше вы будете думать, тем меньше вариаций цвета будет доступно к покупке. Если хотите выбор, Решайте сейчас. Смартфон очень хороший, очень понравился. Лучший Мейзу, который у меня был, реально, ребят, просто не ожидал. Хороший смартфон. Всем удачи, спасибо, пока. Технические характеристики в описании под данным видео. Ссылки на нашу группу. Есть вопросы, пишите в комментарии. Увидимся. Новинок много, времени мало.